«Если нет чувства патриотизма, то человек лишен духовности». Эти слова принадлежат общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. Именно патриотический дух и осознание национального достоинства сыграли огромную роль в победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. И хотя эти достойные качества сегодня присущи буквально каждому гражданину нашей страны, важно продолжать воспитывать молодое поколение правильно, прививая ему общечеловеческие ценности и дух национально-нравственных ценностей. Педагог 189-й школы Нияр Вагифовна Фигарова занимается патриотическим воспитанием своих учеников на протяжении всей своей профессиональной деятельности. В этом году, объявленном президентом Азербайджана годом Шуши, она вместе со своими учениками 2, 6 и 10 классов подготовила праздничный концерт, посвященный освобождению жемчужины Карабаха и победе Азербайджана в Карабахской войне. По словам Нияр Вагифовны, ее более старшие ученики хорошо помнят, как с нетерпением ждали победы Азербайджана, веру в которую им прививали с детства. И она счастлива, что смогла увидеть, как изменилось их самосознание после того, как этот долгожданный день настал. А самые маленькие участники концерта, второклашки, только начали познавать мир и уже воспринимают свою нацию как нацию победителей. Я сегодня хочу от имени учителей всего Азербайджана поблагодарить наших ветеранов за победу, потому что мы знаем, какой ценой далась эта победа. Потому что отвоевывали Карабах те дети, те ветераны, которых мы воспитывали, которых мы учили. И продолжаем это делать, и будем делать это всю свою жизнь, пока мы работаем. И сегодня дети прочувствовали каждое слово, каждое предложение, каждое движение в танце. В силу своего возраста они знают все о войне, о Карабахе. И они вложили в этот праздник всю свою душу. Я надеюсь, что всем присутствующим понравилось. Я думаю, что они смогли себя показать. Мероприятие прошло очень хорошо. Местами выступления школьников были такими живыми и эмоциональными, что вернули нас в те дни войны. Я желаю успехов всем учителям и ученикам, всем, кто организовал это мероприятие. Хочу выразить им благодарность за то, что они не забывают о нас. Было очень приятно выступать перед такой знаменательной публикой. Я хочу сказать большое спасибо за такую возможность. Гордостью могу сказать, что Карабах – это Азербайджан. Я тоже была очень рада принять участие в таком проекте, увидеть настоящих героев Азербайджана. И также с гордостью могу сказать, что Карабах – это Азербайджан. Благодаря нашим шахидам мы без них не смогли жить, потому что они нас защищали, нас защищали, за нас погибали, но они прогнали врагов, и мы смогли жить и дальше. Я очень люблю свою родину, Азербайджан. По словам Нияр Вагифовны, детям нужно обязательно рассказывать, какой ценой нам досталась эта победа. И как важно чтить память шахидов, перед которыми мы все в неоплатном долгу, и уважать и почитать наших ветеранов. Баку ТВ побывал на праздничном концерте. Отметим, что в качестве почетных гостей на нем присутствовали сестра национального героя Азербайджана Гюльтекин Аскеровой Амина Ханум, ветераны Отечественной войны Мавуд Ахмедов, Яшар Гусейнов, Эльбрус Микаилов, Денис Кузлаев, Кенан Казимов, Павел Зорин и Илькин Ферзелиев. Также на концерте присутствовали представители исполнительной власти Баку.